Не подозревая, что за ним уже наблюдают сотрудники ОВД, и наша съемочная группа, не торопясь и даже не смотря по сторонам, велосипедист пересекает железнодорожные пути, что на станции Брест-Полесский. Ситуация не осталась без внимания правоохранителей. Во время разговора с сотрудником ОВД нарушитель честно признается, что шел по давно проторенной дорожке, значительно сокращающей путь. Если, допустим, пьяный человек будет идти, то, наверное, опасно, то вообще нельзя даже сюда ходить. Ну, да вообще детям... Взрослым желательно переходить по обозначенному переходу. Железная дорога не путь для пешехода. Казалось бы, прописная истина, однако для многих она так и не стала правилом сохранения здоровья и жизни. То, что здесь сотрудники разных ведомств дежурят и регулярно, не знал и этот молодой человек. Впрочем, он не был в курсе того, что переходить пути строго запрещено законом. Это самые частые оправдания, верить им или нет, решают правоохранители. Но после такого профилактического разговора правила безопасности запомнятся точно надолго. Много людей ходят сюда, особенно работники ближайших предприятий, нарушают правила, скажем так, тут часто ходят поезда, которые могут травмировать нерадивых пешеходов. Вы какие-то выводы сделали? Конечно, сделал. Все, я больше не буду ходить здесь, буду обходить. Вот. И, соответственно, буду своим коллегам, сотрудникам объяснять правила перехода через железнодорожные пути. А вот этот любитель двухколесного транспорта, в отличие от предыдущих нарушителей, закон знает, поэтому и ускорился. К слову, за время съемочного процесса это около 30 минут. Нарушений и нарушителей более чем достаточно. По сравнению с прошлым годом, если брать у нас в отделе зарегистрировано меньше фактов травмирования граждан. Ну и уменьшение протоколов, составленных за нарушение части 5 статьи 18.3 Кодекса административных правонарушений. Потому что наши люди, граждане, наверное, начали меньше ходить по ЖД-путям. Не то, что боятся наказания рублем, а думают о своей же безопасности. Ходить по железнодорожным путям строго запрещено законом. Следует переходить их в установленных местах, пользуясь пешеходными переходами, тоннелями, переездами или настилами. Ответственность за несоблюдение – штраф до 2 базовых величин.